В единой диспетчерской службе города Покачи установили новое оборудование. Профессиональные системы отображения информации и оповещения персонала не просто улучшили работу специалистов. Современное оснащение помогло службе в целом подняться в рейтинге ЕДДС, который составляет МЧС округа. Обо всем подробнее расскажут наши коллеги. С недавнего времени распознавать, что где-то происходит хулиганство или другое правонарушение, стало намного легче. В Покачевской ЕДДС установили новую систему отображения информации. В диспетчерской появилась видеостена. С маленького телевизора, конечно, с экрана это было не так удобно. Приходилось наблюдать, вставать. Здесь сразу можно заметить, обратить внимание. Видеостена состоит из 4 сегментов, каждый 55 дюймов по диагонали. Старому монитору для наблюдения за городом пока не нашли нового применения, поэтому легко сравнить, как было до и после установки оборудования. Раньше дежурные наблюдали за городом через этот монитор. Он раз в 8 меньше экрана, который установлен здесь сейчас. И более того, у него не было такой опции, как видеоконференц-связь. В случае чрезвычайной ситуации руководитель штаба прямо отсюда может выходить на связь с другими городами, параллельно следить за обстановкой и смотреть документацию. Кроме того, для коллектива службы здесь будут проводить обучающие видеосеминары. Экран с множеством опций – это еще не все новинки. Покачевскую ЕДДС оборудовали внутренней системой оповещения персонала. В любой момент по громкой связи можно дать команду всем дежурным. Внимание! Всем сотрудникам ЕДДС собраться в оперативном зале. Поступило сообщение о ЧС. Олеся Калистратова в Покачевской единой дежурно-диспетчерской службе трудится уже 2 года. Наблюдение за городом считает важным аспектом своей работы. Здесь его ведут постоянно для того, чтобы избежать правонарушений, установить виновников или просто помочь людям в трудной ситуации. Во время проведения в городе массовых торжеств все внимание камеры диспетчеров приковано к месту событий. В Покачах оборудованы 16 точек видеонаблюдения. 4 устройства следят за площадью возле администрации, 6 за сквером, 2 за парком Победы. Все выводится сюда, в ЕДДС. Записи хранятся 30 суток. Утром дежурные обязательно отсматривают все, что происходило за ночь. Это помогает работе полицейских и других ответственных служб. Всего в Югре сейчас функционируют 23 службы 112. Каждый год окружное управление МЧС составляет рейтинг, основываясь на различных параметрах, в том числе технической оснащенности. Таким образом, с помощью оснащенности, с помощью повышения уровня заработной платы, тоже это один из критериев, удалось нам вывести наши ЕДДС города Покачи на 7-е место. Конечно, главная оценка – это результат работы. Впереди у Покачевской ЕДДС непростой период – предновогодние торжества и каникулы. В это время дежурство проходит в режиме усиления, и новое оборудование должно показать свою эффективность.